to ждали, мы это просто канадская команда, просто играли, забрасывали на ворота, бросали в большинстве. И мы просто это ждали, но сегодня, если бы у меня лучшая игра была, вот, оно просто бывает такое, и надо забить, и, как сказал, много игр еще перед нами. Считаю, что в двух периодах мы смотрелись неплохо, создали немало голевых моментов, но не смогли забить. Вратарь Медвещака был безупречен. Соперник проделал отличную работу при большинстве, трафик перед нашим вратарем был очень плотным. У нас был шанс вернуться в игру при 1-3, 1-4, когда было серьезное численное преимущество, и мы долго контролировали шайбу в зоне. Но Марк Деканич был безупречен, и защита оппонентов проделала огромную работу сегодня. После пятой шайбы команда, ну, как сломалась? Что случилось? Ну, всегда так бывает, что вы хотите забить, чтобы там еще сравняли, и потом, если пропускаете, уже команда расслабилась. Сам не могу сказать, что случилось, я тоже хотел лучше сыграть. При игре в большинстве они были сегодня лучше в первую очередь. 4 или 5 голов сегодня соперник организовал в большинстве, и это решило исход. Они играли лучше системно, строго по тому плану, который они приготовили на матч. Мы же были похожи на группу индивидуалистов. Командой быть сегодня по разным причинам не получилось. Это то, из-за чего их победа сегодня оказалась крупной. То, что Медвещак сегодня сильнее был в первую очередь желанием, согласны с этим? Конечно, у них первая игра дома, хотели показать, и мы тоже хотели что-то показать, неплохо начали, и там просто это неудачная первая шайба, которая зашла, чуть-чуть поменяла игру, и если мы первый забили, по-другому и было.